Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушный старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Фу-фу-фу-фу-фу.